Так, всем привет. Вот, нашел сетку я. Пускай мне завидуют все, какую нашел сетку. Вот, ячейка 12, половина на 25, 2 миллиметра. Хрен где найдешь. В Московской области только в Солнечногорске есть, говорят. Больше вообще Алис. И тут я с дедом с каким работаю по кроликам. В нашем регионе только вот. Разница очевидна. То же самое, только на 0,4 меньше. Так вот. Ну и ладно, я вот у него взял по 600 тропный метр. На 1800 мне вышло на 5 клеток дно. Теперь вот думаю, как клетки лучше делать. Как все? Или как надо? Так, это ладно, полбеды. Тут вот заморочился, сделал себе вот такие крепежи. Мужики продают по 100 рублей. Мне себестоимость такого одного крепежа для сетки обошлась 8 рублей. В общем, заготовочек себе понаделал тут. Заготовочек. Так, это у меня велосипедные спицы бесплатная. На работе подрезал. А это пружинка от газа акселератора. Тут ты. Ну, короче говоря, от карбюратора шестерочного. Вот. Пружинка. 8 рублей. Надо завтра еще будет поехать, чтобы 20 сразу взять им. План выполнить полугодовой. По этим пружинкам. Все работает на хоккей. Там где-нибудь показать-то негде. Как она оттягивает. Я думал, будет растягиваться, а так вроде бы будем показывать негде. Вот сейчас тут. Ну он, короче, оп, оп. Оп. Вон цепляется, все нормально. Вот, зацепилось. Блин, одной рукой коряво не получается. Так. Вот. Оп. Не вижу. Оп. Ну вон, все работает. Ништяк. Все. С этим вопросом я решенный. Осталось только делать. Эти мои кролики чпокаться не хотят. Это ладно. Так вот, сделал последнюю кормушку сделал. Уже такая более-менее вид у нее. Красавы. Сейчас я поставлю, пойду, где у меня мальки сидят. Это где-то удобнее это показать-то. Темно, темно, везде темно. Так, что ж такое-то? Везде темно. А где светло, там не стоит. Важно. Вот. И опять сделал вот такую вот сеточку. Там Василий показывал 25 на 50. Но это, блин, будет они сам погребать. И надо, чтобы она туда вот уходила. Вон она у меня получается. Я туда ее шпак. Жмак. Вот все она у меня там. И из этого борта, получается, не выскакивает. И там она у меня. Вон кусок, они никак оттуда не выигрываны. Работает, мне он понравился. Так, Кондратьеву Димону привет. Пускай пробует, потом нормальный видос снимет. С этим антивыгребином, с этим. Гайморит достал, вообще говорить не могу. Вот бак что раздобыл. Хочу туда намесить корму. И туда складываем. Так, еще вот купил мешалку, что такое вот эту. Сейчас там пойду испытаю, буду корм. Так, ну поим, что ты взял у деда. Так, это бонусы. Ну. Так, время в сетку вот такие нашел я маленькие эти. Вот тут я, чтоб такого зуба не было. Он тебе
за подлецо тут так заточил. Это болторез. Вот и получается, что когда режу, у меня хоп, и он не торчит. А с этой стороны, если резать, оп, получается вообще вот два кусок торчит. Да и так, слово. Ну все. Все, всем пока.